Вот. Вот в этом самом подъезде по адресу улица Мариса Тереза, 81. Все правильно назвал? Да, вроде бы. Жил герой Российской Федерации Виталий Клыгин Алексеевич. Личность выдающаяся и много чем знаменитая. И в этом видео мы подробно поговорим о нем и узнаем, знают ли о нем местные жители. Ну, жители этого района. Сейчас спрошу у ребят. А вы знаете, что в этом подъезде жил герой Российской Федерации Виталий Алексеевич Клыгин? Вы знаете об этом? Нет, это мой брат. Вот, молодец. Реально? Да. А ты не скажешь, где он сейчас живет, нет? Нет, он у нас в доме живет. У вас в доме живет? Да. И когда он будет? Никогда. Молодец. Просто он в другом доме нас. А вы кто? А он это. Ну я, ладно, я не буду показывать. Министерство социального развития. Хотим тут табличку установить, что тут живет герой России. Поэтому спрашиваю местных, знают ли они героя России, что тут живет. Как бы мой брат и я знаю. Жунишка мелкий. А что он сделал? Он много чего сделал, но я вам сейчас не буду рассказывать, ладно? Я как-нибудь потом расскажу. Ну, он спас меня, например. Меня спас, да. Привет. Да. Привет.